1, 2, 1, 2, 1, 2. Ручки. Гуляли обязательно в любую погоду. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Спинки. 1, 2, 1, 2. После ужина? До 10 часов отдых, развлечения. И в 10 вечерняя молитва. И сон. Проснись. По средам и субботам бывало вечернее танцевание или фехтование. Ан-де-ква! И каждую субботу... Баля! Что здесь происходит? А директор лицея господин Малиновский добился, чтобы карцера не заводили и телесных наказаний не было. Понятно.